Проект «Умный Сочи» рассчитан на школьную аудиторию. Это дополнение к общему образованию и поддержка родителей, которые заинтересованы в том, чтобы дети получали новые знания. Для города Сочи это находка. Мы понимаем, что сложные науки, такие как физика, химия, астрономия, легко будет осваиваться, если ими заинтересовать. В игровой форме, увлекательной, с прекрасными педагогами, которые покажут, а, собственно говоря, как применять эти науки в жизни, для чего они нужны. Те, кто пришел сегодня на День открытых дверей, приняли участие в интерактивной лекции-викторине и поучаствовали в опытах и хитрых манипуляциях с веществами в научных лабораториях под руководством опытных ведущих. Мы провели уже 8 полноценных программ, сегодня у нас 9-я, и за год существования проекта у нас ребята уже перегоняли нефть, уже ставили эксперименты на мухах-дрозофилах, уже классифицировали разные минералы и так далее. То есть мы за один год смогли охватить целый спектр естественных наук, от наук о Земле до космонавтики. Мы являемся таким полезным дополнением школьной программе, поскольку мы стараемся пробудить интерес у школьников к естественным наукам через интересные уникальные сценарии, яркие темы. Сценарии наших лабораторий разрабатываются выпускниками МГУ. Сегодняшняя программа прошла под названием «Научный Новый год». Сочи не единственный в этом проекте. Присоединилось уже 15 городов России. В нашем городе участниками стали учащиеся 1-й, 8-й и 15-й гимназий. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.